Итак, у нас сегодня две реакции. На фильм и на игру. Для начала Грейхаунд. 1942 год. Новым капитаном эсминца Грейхаунд становится морской офицер Эрнст Краузе, то бишь Том Хэнкс, который до этого еще не участвовал в военных действиях. Обнаружил этот фильм совершенно случайно, поскольку на официальном канале от Sony Pictures вышел подобный трейлер. Об этом фильме я вообще ни разу ничего не слышал, можно так сказать. И вот внезапно вышел по нему трейлер, на который, естественно, сделал дубляж только один ВХСник, поскольку официальный дубляж от Sony Pictures Russia что-то особо не собираются делать. Еще раз повторюсь, что в главной роли здесь у нас Том Хэнкс, который не раз был замечен в военных фильмах, особенно в «Спасении рядового Райана». Плюс еще говорят, фильм, он по книге, которая называется «То ли добрый пастух, то ли добрый пастырь». Не совсем понятно, как точно называется эта книженция 1900, по-моему, если не ошибаюсь, 55-го года. Это я вот такую вот инфу нарыл по Грейхаунду. Тем не менее, этот эсминец, я так понимаю, да, ведь эсминец? Да. Этот эсминец, он для американцев важен так же, как у нас важна Аврора. Если понимаете. То есть Грейхаунд — это такая американская Аврора. Может быть. Хотя сравнивать Аврору и Грейхаунд как-то глупо, наверное. Тем не менее. Северная Атлантика, 1942 год. Люблю на самом деле фильмы по Второй мировой. Всемогущий. Пусть твои ангелы защитят меня. Хотя по Первой мировой тоже. И зло не возымеет власть надо мною. Тебе я вручаю тело свое и душу свою. Аминь. Основано на реальных событиях. Ну, возможно, не на реальных событиях. Поздравляю с назначением. Короче говоря... Я всегда буду искать тебя, Иви. Даже находясь в тысячах миль от тебя. World of Warships The Movie. Воздушный эскорт Грейхаунда. У вас не будет прикрытия с воздуха в течение 5 дней. Удачного вам пути в Англию. У вас были такие длинные переправы? Нет, это у меня первое. У меня что-то есть. Скорее всего, подлодка. Они выпускают торпеды. Огонь. Подтверждаю попадание. Пока что все выглядит круто на самом деле. Сигнальная ракета, сэр. Автор сценария Том Хэнкс, режиссер Айрон Шнайдер. Ну, они нападают прямо на конвой. Волчья стая охотится на нас. Подводная лодка приближается. Татик, угадаю, это подводная лодка будет являться главным. Мы потеряли 7 кораблей. В этом фильме. И 50 душ. То, что вы сделали вчера, помогло нам дожить до сегодня. Этого недостаточно. Совсем недостаточно. Единственная более опасная вещь, чем передовая. Блин, круто. Открыть огонь. Круто. Это дорога туда. Цель исчезла, сэр. Грейхаунд, удачи вам пережить эту ночь. Нет, я на какой-то момент подумал, они что идут. Она бессмертная, вот эта подводная лодка. Что мы будем делать? Обрушим на них настоящую типа титановая броня. Это невозможно. Грейхаунд, скоро на ВХС. Вот то, что сейчас показали с торпеды, это невозможно. Вот честно, это невозможно. Она должна была вот прям сразу же пробить. Вот хоть убей. Вот. Вот. Основано на новелле «Хороший пастух» или «Хороший пастырь» Форестер. Вот. Вот. Как пруфы, чтобы мне в комментариях не срались, что, мол, чё ты несёшь, на какой новелле? Вот. Вот. Всё есть в скринте. Вот. Интересный фильм. Очень интересный. Уже даже по трейлеру понятно, кто будет здесь главным злодеем. Это вот эта вот подлодка.
которая, можно, знаете, я вот сейчас вот такой подумал, типа, мол, то, что в данном случае подлодка это типа живое такое существо, которое, на которое напялили это, типа, как бы сказать, вот эту титановую броню. Ну или, как еще по-другому объяснить? Подлодка с интеллектом, вот как еще это можно объяснить. То есть, как будто, знаете, подлодка сама собой управляет. Ну или типа того. Типа, мол, они бьют, 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 а там экипажа вообще нету. Ну, в общем, херню несу какую-то. Но тем не менее. Тем не менее. Ghost of Tsushima. Игра, по-моему, если я не ошибаюсь, она чем-то напоминает Sekiro. Shadow Die Twice. А может быть, кстати, и нет, поскольку я слышал об этой игре, но про нее почти ничего не знаю. Вышел вот такой сюжетный ролик, внезапный, с субтитрами, без озвучки, увы, поэтому сейчас мы будем читать субтитры. И субтитры, по-моему, должны появиться сами, я имею в виду в ролике. То есть мне их включать, наверное, не придется. Да ведь? Наверное, да. Да. А, хрен-то там, действительно. Так, хрен-то там, я понял. Так, а давайте, наверное, сейчас... Он сам настроил на 4К? Нифига. Тут круто. Так, подожди. Так, сейчас мы сделаем. Сейчас мы сделаем. Так, размер побольше. Чуть-чуть поменьше. Так, и сделай не белый, желтый. О, а чё так, блин, это вообще очень, не очень. Или так надо? Прозрачность. 25. Нет. Вот так. Вот прям, чтобы было видно вообще красиво. Все, пускай будет белое. Пускай будет белое. Когда мы сражаемся, то стоим к противнику лицом к лицу. Когда мы отнимаем их жизни, то смотрим им прямо в глаза с отвагой и уважением. И вот как в случае с Мулан, здесь я тоже вспоминаю последний самурай, 7 самураев, 47 ронинов. Это и делает нас самураями. Как его еще? Total War. Шогун. Или Сёгун. Сёгун, по-моему, Сёгун, правильно. Их должно быть тысячи. Мы встретим смерть. И защитим наш дом. Многовато. Особенно с моря. Ну и игра будет похожа на For Honor, в котором тоже была сюжетная кампания по самураям. Мы оба умеем побеждать, Лорд Сакай. Мы с тобой, те, кто всегда выживает. Я самурай. Нет, ты гораздо больше. Ты призрак. Убеди своих людей пойти за мной, и я дарую им мир. Мы никогда не станем служить тебе. Но я очень надеюсь, что игра не будет такой суперсложной, как в Sekiro. Я никогда не видел, чтобы самурай так сражался. Это было ничто. Ты гораздо больше, чем просто самурай. Он мстительный дух, восставший из могилы, чтобы перебить монголов. Монголов? Нифига себе. Круто, круто. Если ты продолжишь следовать этому пути, ты будешь не лучше монголов. Я учил тебя сражаться с честью. Честь умерла на берегу. Хан заслуживает страданий. Блин, круто. Ну еще немного напоминает Assassin's Creed, но без ассасинов и без тамплиеров. Ну надеюсь, что игра не будет суперсложной, как Sekiro. Жаль, что она на ПК не выйдет. Я бы сыгрался. Интересная игра, интересная, правда. Я самурай.
на приемах офицеров. Но я жертвую всем ради своего дома. Ghost of Tsushima. Призрак Цусима. Но... 26 июня, неплохо. Но, блин, почему только PlayStation? А, что, дальше еще что-то будет? Ну, Sucker Punch это разработчики. И еще плюс есть фильм такой, который называется «Запрещенный прием». В общем, вот так вот. Вот очень жаль, что игра выйдет на PS4. Очень жаль. Я бы на самом деле сыграл бы, если бы... Вот если игра не будет сложна, как, например, Sekiro, и она выйдет на ПК, и я сыграю в это. Вот честное слово, я в это хочу сыграть, потому что интересная игра. Вот в Sekiro я никогда в жизни не сыграю, потому что это мне никогда в жизни не пройти. Тем более Dark Souls. А вот это, ну, вполне себе можно пройти. Но посмотрим, посмотрим. Может быть, когда-нибудь выйдет на ПК, в Epic Games Store, и тогда все будет хорошо. На этом все.